Космонавты с личными подписями, не у всех есть личные подписи, потому что часть из них, уже когда делали фотографии, они погибли. Ну, это из моей личной коллекции, я когда учился в Академии Гагарина, приобрел вот этот замечательный набор. Теперь набор этих фотокарточек Александр Щербинин оставит музею дальней авиации. Говорит, здесь ему самое место. А вот и карточка с автографом самого Юрия Гагарина. Но если тут она часть фона, то чуть выше висит настоящая роспись. На письме, которое Гагарин отправил рязанским комсомолом в ответ на приглашение посетить город. Космонавт обещал приехать при первой возможности, а ребятам расписал небольшую программу, которая поможет в освоении Вселенной. Например, трудиться на совесть и быть человеком с большой буквы. И это только часть представленных экспонатов. Здесь представлены книги из личных коллекций военнослужащих, ветеранов, фотографии первого отряда космонавтов, заслуженных людей, подарок от генерал-полковника Остапенко Олега Николаевича. Подарок – это ракета, которую запустили в космос еще во время службы Остапенко. А ее миниатюрная копия с росписью находится в музее. Здесь же и фотографии советских и российских космонавтов, книги и журналы своего времени. Александр Щербинин рассказал, что преимущество музея в том, что посетить его смогут все военнослужащие. Экскурсии проводят и для гражданских, только надо предварительно записаться. А посмотреть есть на что, ведь музей дальней авиации гораздо больше уголка космонавтов. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».